Пандемия коронавирусной инфекции побудила многих рязанцев самостоятельно сдать анализы на ковид. Медицинская лаборатория «Гемотест» дает такую возможность. Здесь можно сдать мазок на ПЦР-исследование и узнать, болеет ли человек прямо сейчас. Вместе с этим можно сдать кровь на выявление антител к ковид и выяснить, была ли инфекция перенесена на ногах незаметно для самого себя. Антитела М вырабатываются, когда человек только заболел, и они помогают в борьбе с этой инфекцией. Антитела G вырабатываются уже когда специфический иммунитет у человека вырабатывается на эту инфекцию. Результаты полной диагностики коронавирусной инфекции приходят клиенту на почту. В гемотесте они готовы спустя 2 суток. Для исследования биоматериал отправляется в Москву. Чтобы результат был достоверным, 3 часа до сдачи анализов нельзя ничего пить и есть. Также не рекомендуется чистить зубы и курить. В гемотесте сдать анализы могут не только физические лица, но и организации. Для этого медицинские работники выезжают прямо на предприятие. Градообразующие предприятия, люди, которые работают в торговле, в общем, все, кто работает с людьми, они должны сдавать анализы для того, чтобы хотя бы в коллективе в их не было пандемии. Люди, работающие с продуктами, с питанием, они не могли заразить других людей. Статистика показывает, что физические лица намного чаще сдают анализы в этом лабораторном отделении. За месяц результаты исследований захотели получить почти 2000 человек. Все они могут быть спокойны за безопасность своего здоровья, приходя в гемотест. Все медицинские сестры лаборатории прошли обучение по взятию мазка на ковид. Также мы прошли инструктаж полный по профилактике личной гигиены, как работать с потенциальными больными на ковид. Все сотрудники, работающие в лаборатории, сдают анализы раз в неделю на ковид, мазок сдают. Каждый день измеряют температуру 2 раза в день перед началом работы и после завершения работы. Все медицинские работники ежедневно используют специальные защитные костюмы и индивидуальные средства защиты. Помещения регулярно проветриваются и ежедневно обеззараживаются с помощью ультрафиолетовых бактерицидных облучателей. Кроме того, каждые полчаса все предметы, до которых могут дотронуться посетители, дезинфицируют. Стоит сказать, что во время сдачи анализов лично я чувствовала себя в полной безопасности и не испытала неприятных ощущений. Все анализы забираются быстро, в очереди стоять не приходится, поскольку на сдачу анализов посетители записываются заранее на удобное время.